Ребят, я в магазине Спортландия. Спортландия, да? Угу. Это как улица? Тимирязева? 71. 71. Классно ребята работают, предоставляют выбор. Ну, а выбор уже за нами. Короче, это. Раньше занимался гиревым спортом в армии, 36 лет назад. У меня был второй гиревой. Вырывал я на первый 70 раз. 24 килограмма. Вот 24 килограмма. Я вот так вырывал 70 раз. Потом перекидывал руку, не ставя на землю, и вырывал еще 70 раз. Это 36 лет назад. Сейчас мне 55, у меня заболевание костей. Сейчас я 24 раза попробовал, ни разу не сделал. Но я 16 килограммов в летнем лагере Суворовского училища гирю увидел, да? 16 килограмм, вот она 16. Она здесь стоит 6 900, 16 килограммов. Но я десяточку сделал. Ну, надо бы, конечно, 16 брать, чтобы было трудно. Но как бы без 100 рублей 7 тысяч, да? Вот я десяточку вот так сделал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Вес детский, но у меня просто заболевание с костями. И цена как бы, ну, 6 900, да? А вот, допустим, 12 килограмм, она уже, ну, 5 100. Но здесь получается в 4 килограмма разница. А десяточка, она 3,5. Но десяточка легкая. И вот это, если, допустим, толкать, раз, два, три, четыре, получается. А когда получается нормально, 24 у меня не получается. Ну, просто проблема с костями. Короче, надо брать 16, чтобы, ну, побеждать, чтобы силу качать. Ну, а если по деньгам, то вроде как разница в 4 килограмма. Но это по спорту неправильно. Слабину себе давать. Но если по кошельку, 6 900 и 4,5. Ну, 7, как бы 2,5 тысячи. Ну, поэкономить на силе на 2,5 тысячи. Ну, 12, допустим. О, она аж летит.